Школа Смолянок в Смольном соборе, да? Да, учебное заведение существует в нашем городе. Расскажите, пожалуйста. Традиция вообще-то уходит своими корнями в 18 веке, вот к той самой школе благородных девиц, да? И вот сейчас эти традиции возрождаются у нас в городе. Да, совершенно верно. И возрождается, есть некая историческая преемственность, возрождается именно на базе Смольного собора, что нас очень радует. Значит, школа существует недавно, буквально с апреля прошлого года, 2015-го, значит, в школе обучается воспитательное общество для девочек от 4 до 12 лет. Значит, у нас девочки обучаются разного возраста, кофейные группы, это 4-6 лет. Это вот как раз кого мы видели. Это вот как раз малышки, да, наши. Не только книгсон и реверанс, мы еще учим и трапезные этикеты, уроки домоводства, уроки флористики, всевозможные мастер-классы. И верховая езда. Будущих идеальных жен, я так понимаю. В общем, да. Финцом как раз-таки полугодового обучение у девочек в Смольном соборе и у мальчиков, которые у нас танцевали с пажеского корпуса, становится выпускной бал. Значит, гостей ждет путешествие по трем эпохам. Это Петровская эпоха, Екатерининская, Николаевская. Петровская – это Петровские ассамблеи, как мы знаем, да, что с Петра начались балы. А участвовать будут только детишки, которые уже являются вашими воспитанниками, либо все желающие? Все желающие, да. Без сомнения, наши смолянки – это 32 пары совместно с суворовцами, Суворовского училища МВД. Бал у нас с обучением. То есть будут проводиться мастер-классы. Вот я тоже хотела спросить, что люди, которые не сведущие, да, безусловно, с том, как танцевать полонеск, потому что танцы старинной техники, да, поэтому даже дети, которые из бальных школ, то они не знают эту технику.